Asked at a news conference during the BRICS summit in Kazan, Russia, whether North Korean troops were inside his country, Russian President Vladimir Putin noted the lawmakers' ratification of the strategic partnership with Pyongyang. "We have never doubted that the North Korean leadership takes our agreement seriously. What and how we will do within the framework of this article is our business," he said. Commenting on satellite images allegedly showing North Korean soldiers on the Russian territory, Putin called them a serious thing. "If there are images, then they reflect something," he said. Russian lawmakers on Thursday ratified a pact with North Korea envisioning mutual military assistance, a move that comes as the U.S. confirmed the deployment of 3,000 North Korean troops to Russia. The lower house of the Russian parliament, the State Duma, voted quickly to endorse the Comprehensive Strategic Partnership Treaty that Putin signed with North Korean leader Kim Jong-un on a visit to Pyongyang in June. The upper house is expected to follow suit soon. The pact obliges Russia and North Korea to immediately provide military assistance using all means if either is attacked. It marked the strongest link between Moscow and Pyongyang since the end of the Cold War. The U.S. said Wednesday that 3,000 North Korean troops have been deployed to Russia and are training at several locations, calling the move very serious and warning that those forces will be fair game if they go into combat in Ukraine. Putin claimed Ukraine is launching its Marine UAVs in the Black Sea with the help of NATO personnel. "We know who is present there, from which European NATO countries, and how they carry out this work. The same applies to instructors, military personnel, not mercenaries, but military personnel," he said. "Part of the Ukrainian army unit that invaded the Kursk region is blocked, surrounded, this is approximately 2,000 people," he said. The Russian army has begun to eliminate this group. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. В течение 8 лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить. Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих. Саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран-членов. То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как «Атакамс», «Шторм Шедоу» и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства. И только при прямом участии офицеров стран НАТО. Западные страны начали активно вооружать. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора. Но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. В большом кругу стран-единомышленников, которые разделяют цели и принципы. Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает. Движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении. Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около 2000 человек.
Вот, предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно, российская армия приступила к ликвидации этой группировки. Поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что... Russian President Vladimir Putin on Thursday presided over the closing session of a summit of the BRICS bloc of developing economies, hailing its role as a counterbalance to the West. The three-day summit in the city of Kazan covered the deepening of financial cooperation, including the development of alternatives to Western-dominated payment systems, as well as settling regional conflicts and moving to expand the BRICS group of countries. The alliance that initially included Brazil, Russia, India, China and South Africa has expanded to embrace Iran, Egypt, Ethiopia, the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Turkey, Azerbaijan and Malaysia have formally applied to become members, and several other countries have expressed interest in joining. Speaking during Thursday's session, which included countries that consider joining the grouping, Putin said the West is trying to contain growing competitors, independent and uncontrolled development of the countries of Asia and Latin America, using illegal sanctions and protectionism which leads to conflicts. An example of this is Ukraine, which has been and is being used to create critical threats to Russia's security, Putin said. Now they do not even hide the goal of inflicting a strategic defeat on our country. I will say frankly that these are illusory calculations. Putin also proposed to reform the UN, expanding the representation of the countries of Asia, Africa, and Latin America. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и все. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом «заботы о демократии и правах человека», борьбы с изменением климата. Формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого... Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность. Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные междоусобные распри. Конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые... Один из примеров этого – это Украина, которую используют и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Не нашло адекватного отражения в системах. Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21 века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур.